До теплого моря этим оренбуржцам осталось 4 часа. Наиболее популярным рейсом Оренбург-Анталия теперь можно улететь практически каждый день. Единственное, смотрели погоду, немножко погода там не очень, дожди, а так, в принципе, настроение хорошее, отпуск всегда хорошо. С открытием большой чартерной программы из аэропорта города Оренбурга резко увеличилось пассажиропоток и количество авиарейсов, количество пассажиров, вылетающих за пределы таможенной территории таможенного союза. Работа у таможенников прибавилась, однако прохождение контроля сложнее не стало. Наоборот, здесь говорят, раньше из-за плохой осведомленности пассажиров о том, какой багаж можно провозить, а какой нет, на досмотре могли собираться очереди. Теперь все гораздо проще. Перед началом туристического сезона в здании аэровокзала установлен информационный терминал, который в постоянном режиме работает и с помощью которого граждане всегда могут получить полную исчерпывающую информацию о правилах пересечения границ. Во многом благодаря вот такому информационному терминалу пассажиры могут больше узнать о правилах провоза багажа. И если их не нарушать, таможенный контроль становится делом 15 минут. После остается пожелать приятного полета и хорошего отдыха.